Я очень рад всех вас приветствовать. Мы присутствуем при очень значимом событии в энергетике нашей страны. Начинается добыча газа на Киренском месторождении, одном из перспективных и крупнейшим на Охотском море. Это, безусловно, очень важный шаг в укреплении всей энергетической базы Дальнего Востока, создание фундамента для развития экономики дальневосточных регионов Российской Федерации. А имея в виду, что газ с Киренского месторождения будет ресурсной базой и для строительства будущего завода по сжижению, это означает, что Россия делает еще один мощный шаг в укреплении своих позиций на мировых энергетических рынках. Приятно отметить также, что здесь вы использовали самые новейшие технологии, в том числе и способ добычи без надводной платформы, что в России происходит впервые, и такая технология является наиболее передовой, в том числе и для минимизации экологических рисков. Отмечаю также и то, что береговой комплекс рассчитан не только на прием газа с Киренского месторождения, но и на будущую добычу в рамках проекта «Сахалин-3». Все это говорит о том, что своевременно принимаются решения, в том числе и технологические, инвестиционные решения, которые создают базу для ускоренного развития дальневосточных регионов. Я хочу всех вас поблагодарить, всех вас и всех, кто работал над этим проектом, но здесь сегодня в этой аудитории, в этой студии и на предприятии сейчас не находится, но активно работал над реализацией этого проекта. Всех хочу вас поздравить с этим событием и поблагодарить за проделанную работу. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня знаменательное событие для ТЭК «Россия» и «Газпрома». Сегодня мы запускаем Киренское газоконденсатное месторождение. Месторождение, которое расположено на шельфе Охотского моря в 30 километрах от берега. И это проект, который реализуется по уникальной технологии. Технологии подводной добычи газа, подводными добычными комплексами. И это уникальная технология. Технология, которая позволяет вести добычу газа подо льдом в сложной ледовой и климатической обстановке. Поставка газа на берег осуществляется без платформ и без каких-либо надводных конструкций. Эта технология позволяет полностью минимизировать воздействие на окружающую среду. «Газпром» сегодня является единственной компанией, которая работает на шельфе. И сегодня компания является технологическим лидером в освоении шельфовых ресурсов. Технология, которая применена на Киренском месторождении, действительно является передовым технологическим рубежом мировой добычи на шельфе. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите представить вашему вниманию короткий двухминутный фильм о Киренском месторождении. Шельф Охотского моря скрывает грандиозные запасы углеводородов. Но как в кратчайшие сроки освоить эти ресурсы, не повредив уникальную экосистему Сахалина? Именно для этого «Газпром» разработал особую программу обустройства Киренского месторождения, добычи газа при помощи подводного добычного комплекса. Глубина скважин более 3 километров. Для обустройства месторождения были использованы 2 буровые платформы и 20 судов. Применена уникальная технология подводной добычи газа. Подводное месторождение построено на глубине около 100 метров. Состоит из газовых скважин, газосборного узла, трубопроводов и линий управления, которые связывают установку с береговым комплексом. На дне расположен подводный добычной комплекс. Проектный уровень добычи газа 5,5 миллиардов кубометров в год. Общий вес подводного оборудования более 500 тонн.
со дна газ поступает на береговой технологический комплекс, где проходит очистку и осушку. Все оборудование имеет трехкратный запас прочности. Фундаменты некоторых установок – это бетонный монолит, который углублен на 9 метров. Этот комплекс может выдержать землетрясение силой до 9 баллов. Используется уникальная установка утилизации отходов. Сегодня Керенское, завтра Южно-Керенское и другие месторождения шельфа. Это газификация Дальнего Востока. Ресурсная база для проекта «Владивосток СПГ». И выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Керенское месторождение. Передовые технологии освоения шельфа. Уважаемый Владимир Владимирович, Киринское месторождение является частью восточной газовой программы, программы социально-экономического развития Дальнего Востока. Месторождение входит в проект «Сахалин-3», куда также включены ряд других месторождений. И газ с этих месторождений в дальнейшем будет принимать береговой технологический комплекс Киринского месторождения. Общие ресурсы газа проекта «Сахалин-3» превышают 1 триллион кубических метров газа. Технологический комплекс Киринского месторождения включает подводный добычной комплекс, куда входят скважины, фонтанная арматура, трубопровод для сбора газа, кабели управления, газопровод для подачи сырого газа на берег. Береговой комплекс включает в себя установку комплексной подготовки газа, куда сырой газ со скважины поступает для осушки от влаги конденсата. И дальше он транспортируется на головную компрессорную станцию «Сахалин». Все производственные процессы полностью автоматизированы, и их управление осуществляется с головного щита управления, где мы сейчас находимся. Уважаемый Владимир Владимирович, комплекс по добыче и подготовке газа Киринского месторождения готов. Разрешите приступить к подаче газа. Начинайте. Установка комплексной подготовки газа и подводный добычной комплекс к приему газа готовы. Открываю коренную задвижку эксплуатационной скважины подводного добычного комплекса. Газ в подводном манифольде. Открываю кран подключения подводного добычного комплекса к подводному газосборному коллектору. Газ пришел на берег. Открываю кран подключения берегового газосборного коллектора. Газ на установке. Открываю входной кран установки. Газ в пробку-уловителях, газ в первичной сепарации, газ в низкотемпературной сепарации. Поджигаю факел установки. Газ на узле коммерческого учета. Открываю кран подачи газа в магистральный газопровод головной компрессорной станции «Сахалин». Пуск газа с Киринского газоконденсатного месторождения осуществлен успешно. Газ подается в магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Молодцы, поздравляю вас еще раз. Желаю успехов в освоении новых месторождений, в целом в работе по проекту «Сахалин-3» и на Дальнем Востоке. Имею в виду и ваши проекты в Восточной Сибири, соединение в восточные наши провинции газовые с западной, создание единой транспортной, газотранспортной системы для всей территории Российской Федерации. Мы с вами неоднократно обсуждали эти вопросы. Вот все это в комплексе можно сравнить только с проектами прежних десятилетий, когда осуществлялись крупномасштабные инвестиции в развитие отдельных регионов или крупных отраслей производства. Сегодня «Газпром» сделал еще один шаг вперед на этом пути. Шаг успешный. Хочу вас поздравить с этим. Всего доброго.